скандальное заявление депутата Госдумы от Забайкальского края Андрея Грулева о россиянах, не поддерживающих политику главы государства, стали поводом для обращения к генеральному прокурору России. Об этом пишет «Коммерсант». Напомним, 22 октября в эфире программы «Воскресный вечер» с Соловьевым депутат высказался о 80% россиян, которые поддерживают политику главы государства Владимира Путина, тогда как остальные 20% относятся к гнили. По мнению господина Грулева, эта прослойка должна быть изолирована или хотя бы как-то уничтожена, цитата. Депутат Законодательного собрания Петербурга от фракции «Яблоко» Борис Вишневский направил обращение генпрокурору России Игорю Краснову с просьбой организовать проверку данных высказываний. В своем обращении к Игорю Краснову депутат ЗАГС Собрания отмечает, что подобными высказываниями единорос призывает к истреблению оппозиционно настроенных граждан. В связи с этим он просит генпрокуратуру организовать проверку, на ее основе обратиться в парламент для обсуждения вопроса о возбуждении уголовного дела. Господин Вишневский воспринял высказывания депутата как бесчеловечные, явно противозаконные призывы, которые направлены на разжигание ненависти. Корпорация развития Забайкальского края расторгла договоры с подрядчиками строительства 6 школ в регионе, которые ранее по концессии принадлежали компании Станислава Неверова, Восточно-Арктической нефтегазовой корпорации. Об этом сообщил четвероглава корпорации развития края Антон Тутов. С его слов, какие именно компании займутся строительствами школ, станет известно позднее. Корпорация развития Забайкальского края, напомню, в начале сентября выкупила Восточно-Арктической нефтегазовой корпорации Неверова 6 компаний, с которыми правительство региона заключила концессионное соглашение по строительству школ в Засобке, Смоленке, Атамановке, Забайкальске, Дарусуне и Агинском. Всего на это было потрачено минимум 420 тысяч рублей. Станислав Неверов заявил, что решил отказаться от них, чтобы выделить больше средств на газификацию. Тутов отметил, что подрядчиков будут искать с помощью аукциона. Глава Читинского района Виктор Мушуков пытался оспорить свой приговор в апелляции. Об этом сообщается на сайте Центрального районного суда. Напомним, суд в июле вынес приговор Виктору Мушукову, который обвинялся в халатности из-за нападения бродячих собак на людей. Администрация Читинского района обязали выплатить компенсацию морального вреда пострадавшим. Мушуков не согласился с приговором и решил его обжаловать. Однако Забайкальский краевой суд апелляционную жалобу обвиняемого не удовлетворил, приговор вступил в законную силу. Мэром Сретенска в Забайкалье стал ранее судимый за грабеж единорос Вячеслав Пахомов. Об этом сообщается в телеграм-канале «Бриф». Он победил на выборах 22-летнюю Полину Ляскину, работающую начальником отдела правового обеспечения муниципальной службы и кадров в администрации Сретенского района, а также уборщицу Ольгу Емельянову. Сам Пахомов работает в город-администрации заместителем главы по вопросам ЖКХ. По данным краевого избиркома, у него была судимость за грабеж, совершенный группой лиц. Она была погашена в июле 2011 года. Ранее сообщалось, что глава Сретенска Евгений Киргизов ушел в отставку.